В теплое время года, на мой взгляд, нет лучшего отдыха для семьи, чем прогуляться в историческом месте и одновременно побыть на природе. Дворцово-парковый ансамбль в этом смысле мой несомненный фаворит для семейного отдыха. Последний раз мы ездили совсем недалеко от Люблина, в музей Замойских, который размещается в Козловце. Это дворцово-парковый ансамбль, который был построен в середине 18 века в стиле барокко для семьи Белинских. Но известно, что с 1799 по 1944 год принадлежал дому Замойских. Музеум палац Замойских в Козловце. Очень красиво. Территория прекрасная. Еще не были внутри. Сразу хочется походить, посмотреть вокруг. Вот так кричат павлины. Вяз, помнік природи, Вяз Гурський, ото годі. Таке старе джевко.
за розы цепляется хвостиком павлин.